Здравствуйте, меня зовут Станислав Ползов, я являюсь руководителем дизайн-студии «Линейка», и мы находимся на новом объекте компании «Пионер», первая линия в Комарово. Мы находимся на первом этаже двухуровневого апартамента, и сейчас я покажу вам, что здесь представлено в этой отделке. Мы находимся в гостиной, она совмещена со столовой и с кухней. В принципе, здесь все, по эргономике все хорошо, достаточно места, чтобы и проходить, и гулять, и отдыхать, и смотреть телевизор, наслаждаться камином, и также можно выйти на террасу. Фишкой этих апартаментов двухуровневых является то, что в гостиной зоне есть второй свет. Второй свет остеклен, там находится спальня, ну, со шторами, можно открыть, можно закрыть. Это очень красиво. Ну, вообще, высокие потолки и второй свет всегда добавляют и колорита, и эффектности помещения. Как я сказал, во всех апартаментах есть террасы. Ну, на первых этажах это французские балконы. Выход на из гостиной. В принципе, шикарная терраса с остеклением. Даже видно залив. Остекление здесь алюминиевые профили Шуко, что немаловажно. Прекрасная система бесшовного остекления на самой террасе, фирма «Люмон» финская. Вуаля. На каждом из уровней есть ванная комната с душевой, с ванной, с унитазом, с раковиной, соответственно. Сантехника достойная. Это сан-фаянс «Вильрой Бог», смесители «Гроя». На первом этаже две спальни, одна вот здесь, вторая чуть меньше вот здесь. Отделка спальни выполнена в приятных природных цветах и материалах. Очень хорошая задумка дизайнера, то, что они отделку пола завели на стену и ушли за карниз. Очень приятная ткань на изголовье кровати. Напротив стоит шкаф встроенный с центральной частью, открытой для телевизора. Это вторая спальня. В принципе, она примерно такого же размера, как и та. Единственное, здесь нет такого большого раздвижного шкафа. Здесь есть маленький шкаф. В принципе, свою функцию несет. Ее можно переоборудовать как комнату для гостей, так и под детскую. Сейчас она выполнена примерно в том же самом стиле. Отделка пола переходит на стену. Впечатление отличное. Спальня второго этажа. Отсюда видно то, что происходит в гостиной, в столовой, отдельный свой санузел, зеркальный шкаф, лестница. В спальне второго этажа есть маленький такой очень укромный закуточек со стеклением, откуда видно всю гостиную. Очень интересно для родителей, которые здесь, допустим, отдыхают, можно здесь устроить маленькую детскую, где ребенок будет и под контролем, и ему тоже будет классно смотреть сверху. По приборам второго этажа могу сказать, что здесь точно так же, как и на первом, ванная, унитаз – это фирма «Вильрой Бог», смесители «Гроя». Архитектура этого шоурума, в принципе, сама диктует и стиль, и дизайн. Он чистый, современный, скандинавский, если можно так сказать. Природные материалы, камень, дерево, прекрасные ткани, благородный цвет металла. Все здесь отлично и подобрано с хорошим вкусом. Впоследствии здесь будет живой огонь в этом камине, который добавит уюта в этот дом.